Момент, чтобы ощутить лето. 8 июля в Одессе прошло открытие выставки живописи «Поцелуй лета». Автор работ – яркий представитель традиции южно-русской школы живописи Петр Нагуляк. Эту серию работ сам автор называет возможностью вдохнуть летний бриз. Я такий позитивний художник, оптиміст, і мені цікаво сонце. Це дуже складно, але це дуже завжди життєво. І це мене завжди хвилює. Я більше люблю писати сонце, ніж сірі дні, наприклад. Сонце – це життя. Тут навіть є натюрморти, які написані на пленері при сонці, а є натюрморти, які написані в майстерні, але вони своїми предметами і своєю структурою теж передають сонце. І таким чином вони були відібрані на цю виставку, і вони якби показують нам це сонце, якого взагалі немає в майстерні, але воно є на моїх роботах. Месяц работы будут размещены в пресс-центре «Одесса Медиа». Организаторы выставки рассказывают, что они всячески поддерживают развитие художественной культуры в городе. А так как к ним приходит большое количество людей, они сразу же имеют возможность познакомиться с одесским искусством. Чем лично для меня важен, интересен, незаменим Нагуляк Петр Иванович? Его, я уже говорил, его картины очень естественны. В них доброта, в них свет, в них яркие краски. И все это создает настроение, заставляет быть немножко другим. Не таким злым, не таким жестким, не таким жестоким. Я очень хочу, чтобы его картины, о его картинах знало как можно больше. Его ученики, его товарищи, просто одесситы. По результатам открытия выставки можно сказать, что большое количество одесситов интересуется живописью. Гости мероприятия рассказали, что в работах Петра Нагуляка воспевается природа, солнце, море и счастье. Посетители даже заметили, что картины притягивают к себе чувством гармонии автора с окружающим миром.